Доброе время суток, дорогие друзья. Хочется несколько слов сказать о таком ножевом мастере, дизайнере, как Ричард Ву. Его ножи, как гром с ясного неба, прогремели некоторое количество времени назад и были приняты мировой ножевой общественностью на ура. Партия ножей обычно у него составляет порядка 200-300 штучек, и в основном все раскупаются американскими магазинами. Этот нож, что ко мне приехал сегодня по просьбе моей магазина нажимания. Я с ними раньше работал, для пробы заказал у них халу. Все доехало отлично. Вот сейчас мне приехал нож от Reed Knives, собственно, от Ричарда Ву. Нож называется РК-1504А. Прекрасный нож на самом деле. Сейчас расскажу о нем подробнее, даже, наверное, проведу небольшой ТО. Уж очень интересно посмотреть, как все добро устроено внутри. А в первую секунду, когда его в руки берешь, кажется, бля, наверное, он неудобный. А так его чик, оп, слушай, прекрасно. А если кто-то помнит, я дистрик показывал, мне его тоже мой товарищ присылал, Виталий. Вот, а это Евгения. Да, что еще интересно, мой друг взял его в руки и сказал: ты знаешь, Саня, а не отправляй-ка ты его назад. Понравился мне этот нож, и, собственно, он останется в Одессе. Вот. Так, что же мы имеем, собственно говоря? Хочу особо отметить, что некоторые версии подобных ножей были представлены на Blade Show в Америке, да, в 2016 году, то есть в этом. И цена на ножики от Рика, вернее, от Ричарда Ву, была около $1000. Для примера, это модельки Тор 1 и Тор 2. Но там сталька была, не 35-ка, по-моему, там была карпентеровская CTS-204P. Вот, но, собственно, это уже такой показатель, по-моему, да. Данный же нож в американских магазинах стоит порядка $300-325, в зависимости от некоторых исполнений и нюансов исполнения клинка. Здесь же мы видим титановую рукоять с таким очень интересным анодированием, и видно, как ходила фреза. На самом деле, вот что значит превратить баг в фичу. Очень круто. То есть это вот насечка, и то, как изменяется цвет при просмотре под разными углами, это очень круто. Я, честно говоря, понятия не имею, каким образом они добились именно вот такой анодировки. Но что мне понравилось, что даже момент места среза, скорее всего, здесь гидро работает, да? Гидрорез по характерному такому остаточной поверхности, да, шероховатой, даже это умудрились заанодировать, причем заанодировать в синий, и сама рукоять ближе к золотисто-зеленому цвету, она так очень интересно переливается, плюс Stonewash, то есть на самом деле охрененно. Клипса, видите, фрезерованная клипса, на карман садится очень четко, такая тугая, руку не мнет абсолютно, присутствует небольшой бэкспейсер, все выполнено очень-очень классно. Тащусь от этого просто реально круто. Размер торкса одинаковый, можно разрядить в принципе одним ключиком из набора Benchmade Blue Box, и это круто. Значит, давайте по ТТХ пройдемся, а потом посмотрим на все это великолепие уже так поближе и разберем его. Значит, общая длина ножа 222 мм, длина клиночка от кончика до начала рукоятки 94 мм. Из того, что я намерил сведение, ну, примерно 0,4-0,5. Да, тут присутствуют еще сменные сухари. Женя сказал, что отправит моему другу еще и сменные сухарики. Это круто. Звук очень приятный, и флип прекрасен. Нож похож на кого-то носорога, на самом деле. То есть, на самом деле, и вот что мне, допустим, понравилось еще. Оцените вот форму клиночка, да? Ничего не напоминает. Вот такой. Ближе, наверное, все-таки к спанту какому-то. Да? О, прошу прощения, к Уорнклифу. Хотя, тут уже как посмотреть. Спанту тоже может подойти под это описание. На самом деле очень круто. Единственное, что мне вот непонятно, для чего отверстие. Скорее всего, это декоративный элемент. Потому что, ну, реально, открыть глаза это я не могу. То есть, сделать какой-нибудь спайдер-дроп, пожалуйста. А вот открыть, честно, мне не получилось. То есть, если двумя пальцами хватать, то еще как-то можно вытащить. Но при наличии флиппера, по-моему, большего не нужно. Давайте поглядим, как у нас заходит пята клиночка. О, пята замка на клинок.
видно, что примерно на 2 мм это все дело у нас забегает. А, про толщину обуха забыл сказать. 4 мм толщина обуха. Присутствует также насечка на этом обухе. Очень круто. Вот специально сделаны такие небольшие пропилы для того, чтобы палец при открытии ушел немножко глубже, тем самым дав дополнительную энергию на открывание. Также, если присмотреться, видно, что плашки скелетизированы. Интересно, какой же вес у этого со всех сторон интересного и классного ножа. Я, честно говоря, его еще не взвешивал. Давайте посмотрим. Так, 155. Ну, в принципе, очень недорого. При всем при том, что для примера оригинальная Себа весит 135. В принципе, очень и очень хорошо. Ну, давайте посмотрим на габариты. То есть ножи похожи. Клинок шире, рукоятка больше. Присутствует отверстие под темляк и бэкспейсер. На Себензе, как вы знаете, бэкспейсеров нет. Она вообще довольно аскетичный нож. Вот. Если сравнивать ее, например, с 21-й Себензой, его, то вот что можно увидеть, тоже более такой тупоголовый, тупоносый клиночек. И дурокоустойчивый, я бы сказал. Ближе, наверное, все-таки к Инсингу, чем к 21-й регулар. Да, и 21-й просто. Вот, это то, о чем я хотел поговорить. Давайте попробуем разобрать все это добро и посмотреть, что же там у него внутри творится. Фиксатора нет, и это классно. Вижу, есть смазка. Отлично. Да, знаете, чеку, конечно, у Ричарда то, что нужно. Просто такой белой завистью завидую. Ой, как хорошо. Да. Блин, а. Слушайте, ну нет, я, честно, я доволен. Если бы мне кто-то сказал, что это китайский нож, я бы, наверное, не поверил, если бы не знал, да. Есть нюансы, конечно, но это очень круто. Видно, как ходила фреза, выбирала все это добро. Вот, мы сейчас это дело вытрем, излишки смазки уберем. Что интересно, что присутствует обойма. Вот такого плана обоймочка. Интересно, из чего же они сделаны? Это сталь или нет? Думаю, что сталь. Ай, магнит впереди. Да, это сталечка. Уже хорошо. Все, вы видите, как-то все. Осевой, кстати, довольно толково выполнен. И так вот по мне, так допуски здесь очень-очень маленькие. Вот. Тоже мы сейчас оботрем, вытрем. Круто. Клиночек. Посмотрим на клинок, как это все выглядит. Что примечательно, каждый нож имеет свой номер. Здесь мы видим номер 083. Так, фокус. Фокус. Ватсон. Вот он, 083, да. Блин, ребят, ну, честно, круто. Очень-очень круто. Я так, ну, довольно прохладно отношусь к всякого рода флиппера, но нравится. Чего уж там скрывать, этот нож очень неплох. Очень неплох. Кое-где осталось. Не знаю, пыль, мусор, что-то такое вот на насечке. А все остальное. Че, ну вот, вот больная тема для меня, вот отверстие, знаете, да? Опять, сейчас мне скажешь, Саня, любитель дырок. Берем американский нож, великая пара миля, да? И ужасно, гляньте на эту риску. Ну это пипец. Я даже... Ладно. Нет, я в который раз я покажу японский нож. Оригинальная, заметьте, оригинальная, моя рабочая, несчастная, блин, эндура. Смотрите на обработку отверстия. Это просто какой-то черт-тёдери ад. Такое ощущение, что пьяные рабочие, я не знаю, зубилом отсюда долбили. Смотрите на эти риски. То есть да, оно в принципе ни на что особо не влияет, но неужели у японцев настолько спохабилось ОТК? Просто кошмар, гляньте. И даже если посмотреться на моего любимого бенчмейда, да, где там бот-коллектор? То есть даже у Бонни есть такие вот моменты, которые я бы назвал, ну, немножко халтурными. Вот, чуть-чуть, да, то есть, ну,
И глядим на китайский нож. Китайский нож, ребята, просто китайский нож. Вот вообще, без году неделя. Можно сказать, наверное, что они работают на имя. Я думаю, это будет правильно. Потому что нельзя допускать в начале косяков абсолютно никаких. Это уже, наверное, потом можно расслабляться и так далее. Это, конечно, неправильно и все такое, но здоровенный керамический шарик. Вот такой сухарь. И интересное вот решение вот с этим местом. Наверное, можно будет ставить сухарь еще один, который будет по-другому фиксироваться. Ну, прикольно. Понравилась фурнитура на самом деле. То есть крупная, не мелкая. Это меня порадовало. Еще мелкая фурнитура имеет свойство слизываться и ломаться. То, что мы видим здесь, это более чем хорошо. Подшипнички привычно стандартные. Кстати, давайте глянем. По-моему, это керамика. Да, это керамический подшипник в вот такой вот обойме из цветмета. Я думаю, нужно капнуть буквально пару капелек масла сюда. Ну, пару я загнул. Хватит одной капельки. И протрем вот здесь это добро. Вот так. Также рекомендую всегда держать шарик смазанным. И 4 капельки масла сюда. Меня часто спрашивают, каким маслом я пользуюсь. И каждый раз я говорю одно и то же. Ребята, если не можете купить специализированную смазку Blue Loop, купите Ganex. Не покупайте Баллистол. Баллистол не предназначен для смазки. Он для чистки, он немного щелочной. Чуть-чуть совсем. И он имеет свойство превращаться в гель. Ganex в гель не превратится. Хотя запах, конечно же, лучше у Баллистола обычного. Можно также пользоваться, честно говоря, маслом для смазки всякого рода техники по типу швейных машинок, они на нейтральное. И даже, как это ни странно, машинок для стрижки. Так что тут уже смотрите сами. Вот, собираем отсюда добро до кучи. В принципе, того, как такого не понадобилось. Все очень хорошо здесь собрано, построено и создано. Просто посмотрели, что творится внутри. И все. Кто тут еще момент выдрал? Так, осевой. Эц. Есть, да? Прекрасно. Надо было это объяснять, но вы видите, как это все устроено. Присутствует стопорный штифт. И он как бы все решает. Он все решает. Здесь. Раз. Та. Это что? Это я его вообще собрал уже. Сейчас мы защелкнем. Оп. Все. Та-дам! Так, этот добро мы тоже сейчас оботрем. И на фиксатор я его посужу чуть позже, наверное. Сейчас его соберу. Тихо, проверю, что все работало. Оп, у меня карточка переполняется. А ну-ка, момент. Сейчас я вернусь. Хорошо, что глянул. А то сейчас бы все дело прервалось. Я бы тут а-ля-ля-о-ля-ля устраивал бы. Так, мы с Сережей закончили нашу приспособу. В скором времени, думаю, сделаю небольшой ролик по тому добру, что мы собрали. Это этакий пантограф, повторитель. О, он даже лучше ходить стал. Так, пожалуй, можно еще затянуть осевой. Отлично. Так, теперь подтянем усё. Есть. 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 Клиночек по центру, клиночек плавно очень ходит. Люфта нет, я все выбрал.
Вот уже после этого, в принципе, можно садить на фиксатор и не париться. Давайте посмотрим на то, как исполнена заточка. Я, честно, я не знаю, как он режет, хорошо или нет. Ой, прекрасно режет. Андрей вообще сказал, он ублюдочный, но очень классный, можно говоря, нож. На самом деле, очень редко бывает так, что рукоять с виду неудобная, а вот берешь в руки, а она прекрасна. Это вот, кстати, относится к подобного рода ножам и к ножам от МГ. Там у них тоже был такой флиппер интересный, вот смотришь на него, какой-то кошмар-кошмар, а в руки берешь, ну прекрасно просто. То есть при наличии вот таких вот граней, очень-очень комфортно. Широкий клинок, люблю такие, даже мой, собственно, тукан чем-то на него похож, но тукан, собственно, поболее. Побольше, да и подороже. Я, конечно, шучу, ребят. Нельзя сравнивать работу ЧПУ и работу руками. Тут две абсолютно разные вещи. Хотя каждому своему. Честно, очень-очень доволен ножом. Я, наверное, даже доволен, что он здесь останется, что никуда ехать не выйдет, потому что очень маленькое количество их. Он не горит желанием работать с СНГ, с Россией, с Украиной. То есть ему проще, я так понимаю, работать с Америкой. Но, в принципе, это правильно. Платежеспособность все-таки разная. Причем конкретно разная. Так, давайте, пожалуй, мы это все добро на фиксатор посадим. И закончим. Фотографии будут в конце ролика. Ссылку на магазин я тоже в описании вставлю. Вот, надеюсь, было интересно. Потому что таких ножей я еще не встречал в русскоговорящем сегменте ножевого YouTube. И на самом деле приятно, что люди верят на слово и так вот отправляют подобного рода вещи. Вот, честное слово. Так, мы капаем немного, так что на 2 виточка, на 3 было здесь этого добра. Опять же, кто не знает, где купить фиксатор резьбы. Это анаэробный фиксатор резьбы Don Deal, производство Америки. В любом нормальном автомобильном магазине они есть. Берите синий, не берите красный. Красный он не разъемный. То есть вы один раз его используете, потом хер разберете нож. Будете танцевать с бубном, греть паяльником, кипятить, оно нахрен не надо, такие приколы. Это страйдер любит таким заниматься, а ножам нужно иногда ТО, особенно если там подшипник. Я говорю как ведущий в мире животных. Так, ну что, посмотрим. Оп! Прекрасно. Да, хороший звук, прекрасная механика. Вот то, что я называю хорошей насечкой. И насечка на обухе. И возможность перенести палец. Да, вот в принципе, то, что я вот вижу в хорошем ноже, все здесь есть. Может быть, немножко вычурная рукоять, но опять же, это все на совести дизайнера. Потому что есть дизайн ради дизайна, а есть дизайн ради функциональности. А есть то, что совмещает в себе и то, и то. С вами был Александр Святов. Надеюсь, вам было интересно. Мы рассматривали нож от Rig Knife RK1504A. До свидания, друзья. Пока.